21 сентября. Ну, здравствуй, осень календарная. А вот и 1 сентября. Ну, здравствуй, осень календарная. Тишина. Через 20 дней. День моего рождения. 65 только. Опачки! Ну что, отрадно отметить, что к своему дню рождения я соточку лежа пожал. Так, это в хорошем темпе, с хорошим движением. И самое интересное и радостное, без всяких там растяжений, травм, разломов и так далее. Сюга, бэйби. Ну вот и хорошо. Идем. Уверенность, спокойствие, сила, красота, богатство. Ну вот с такими мыслями и погоним дальше. Тишина. Тишина. Ласково припекает солнышко, прохлада. Очень хорошо. Друзья собакеры виляют хвостиками, но мне им дать нечего. Вот тебе и щуга, бэйби. Эта песенка как раз была, когда я остановил машину и вышел на прогулку. Так, в голове немножко вертится мотивчик. Вот так вот мотивчик должен радости и счастья вертеться. Радости, счастья, довольства вертеться в голове все время. Настроение. Вот такое. Осеннее, тихое, гармонично боевое. А вот, подружка ты моя. Ай, подружка, дружок. Вот еще. Давай. Любит меня покусать за штаны, пока ему на ножку не наступишь. Чтобы он это прекратился. Завтра я вам подброшу. Завтра подброшу мерсата. Что-то осталось в холодильнике. Никто не доел. Гони, бэйби. Ну и так далее. Та-ра-та-та-э-да-там. Та-да-ри-да-та-та-там. Что-то голуби усиленно клюют. Под тютиной. Добро здоровится. Отлично экипирован. Слушай. Спасибо. Собой замечали, как работает у вас биополе? Вот вы идете, можете смотреть куда-то там вверх, думать там о своих делах. Вот и неожиданно только раз, голова у вас поворачивается, допустим, а там где-то монетка вот лично у меня, или же что-то такое нестандартное лежит. Ну, допустим, там змейка какая-нибудь.
или еще что-нибудь такое, жучок, то есть как-то реагирует вот такой интересный сигнал через биополе неосознанно в голову. Вот я шел, и обычно я тут ничего особо, так сказать, не видел, ни на что не реагировал, но в прошлый раз я отреагировал на ужачка. Маленький такой ужачок. Чок-чок-чок, ужачок лежал. Вроде как дохлый. Я его отковырнул. И вот хочу посмотреть. То есть надо еще подрасти ему. Или нет? Вот он. Все-таки дохлый. Вот. То есть я его увидел вот здесь вот. Туда его перекинул. Нашел. Да, не удалось ему жить. То есть вот так вот идете. И только биополем засекаете какие-то интересные вещи, предметы, живые объекты. Дятел долбит, где он там? Посмотрите на мое лицо, на мои глаза. Вот иногда надо себя эмоционально взвинтить. То есть вот идешь как-то в своих думках, делах. А это глянул. Небо голубое. Деревья, тишина, мироздание, и ты частица в нем. И начинается вливание в тебя энергии. Вы почувствовали? У меня взгляд изменился, выражение лица изменилось. Мурашки по телу побежали. Вот оно интересно, так сказать, отдаться пространству, жизнедателю солнышку. Ах, ха-ха-ха-ха-ха, как это хорошо, как это великолепно. И вот это вот настроение схватить и постараться удержать как можно дольше. Это уже оздоровление идет с уровня духа, спускается энергетика. Это очень-очень хорошая такая вещь, которую можно и нужно вызывать произвольно, поддерживать, запоминать это состояние. Ой, как хорошо! Ой, как хорошо, хорошо, хорошо-то! Ну, вот так вот я вам продемонстрировал, как это происходит у меня. А вы попробуйте сделать у себя. Буквально таки старайтесь вот так солнечный свет вдыхать в себя. Буквально его пить. Представляя, что это жизнь. Вы добавляете в себя жизнь. Ай, и вообще, как хорошо чувствовать, что вот этот мир, он живой. И он поддерживает вас. Раз вы живы, вы ему нужны. От одной только этой мысли можно, знаете, радоваться бесконечно. Самое главное. Раз вы живы, не то, что там я думаю, значит, я существую. Вот я сейчас это ощутил на себе. Что это все фигня, что ты там думаешь? Раз ты живой, факт жизни, значит, ты нужен, ты еще нужен. Тебя носят, тебя терпят, тебя держат, поят, кормят, дают пристанище. И даже пристанища, если нет, все равно тебя терпят и поддерживают.
потому что ты еще нужен, раз ты жив. Ой, благодарю тебя. Благодарю тебя, великая любящая, рождающая нас. Ура! Добрый здоровье. Добро здороваться. Гнездятся у нас горлицы. Гугукают. Гу-гу, гу-гу. Уже раза два вывели. Так, а мы с вами идем в сад. В сад-огород. О, яблочко. Наша задача — нарвать яблочек для сока. И вот здесь у нас прекрасная яблонька. И мы начнем срывать яблочко. Come on, сова. Комзи, 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 комза. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-рам. Та-ри-та-та-ра-та-ра-рам. Та-ра-ра-рам. Сачок будет высшего класса. Яблочки с ветки. Красота. Сколько тут маловато. О, наливные, расписные. Так, падалицу не берем. А, смотрите, какое созрело чуть. Дотронулся она сразу. Сразу отпала. Come on, so fun. Комзи, 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 комза. Та-ра-на-на-на-на-на-на-нам. Та-ра-ба-ту-бу-ту-бу-там-дам-дай-ра-дам. Та-ра-да-да-да-да-да-дам. Та-ри-да-да-да-да-да-да. Та-ра-та-ти-ра-та-та-там. Да, вот эту ветку надо отрезать. Сдвоенные яблочки. Очень интересно. Да, вот это хорошая яблонька. Много приносит. Много приносит яблочек. И вон два еще яблочка. И хорош. О-хо, видите? Нарвало. Больше ничего нету в саду. Вот у нас сливы растут. Та-ра-да-да. Вот они, яблочки. Еще раз. Наливные. И вот это. О, она тут застряла. Ага. А вот, смотрите, какое красивое. Ай-яй-яй. Ха. Смотрите, муравьи бьют. Из яблока дырку сделали. И оттуда полундра. Сейчас нас сок нас возьмет. Итак, смотрите, сколько, а? Хорошо. Сейчас все это дело мы слегка сполоснем. И сачок. Комзи, комса. Тарабата-барабата. Тарибарай-барабадам. Тарапапарапапапам. Там-дай-да-да. Тари-тари-та-та-да-да.
Тарида. Чем-то запахло таким гарным. То ли от елок, то ли от можжевельников, то ли от роз, то ли все это смешалось. Запах высший класс. Зайка серенький. Комзи, комзан. Комзу, камзи, кимзу, кумзан. Тара-бара-ба, пи-би-бам. Тари-бари-ба-ба-ба-бам. Кстати, вон, видите? Беленький. Вот то герб у меня. Да, Федя. Есть собака. И есть девиз. Вот герб на двери. Это я тут живу. Федосик, а ты тут живешь? Да. Готовим место для сока выжималки. Come on, so far. Вот все, сейчас я перегоню на сок вот в эту вот банку. Так, что мне надо? Что мне надо? Мне надо еще взять свеклу. Come on, so far. Комзи, 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 комза. Свеколка. Тарабарай, тарабарам. Лачубырып, чирыбырам. Чарабырам. Лично мне интересно, сколько вот с этих яблок будет сока. Мотор от винта. Комзи, комза. Тарабура, буду будам.
Comzi, comza. Se svi kolke što psog bo. В яблочном слишком много фруктовых кислот, сразу на эмаль зубов действует. Сочетание свеклы с яблоками, ну, дает какой-то божественный вкус. И везде, как говорил Неру, который Джавахарлал был, надо знать Меру. Вот такую полную выпил. И Будя. Будя и хватя, тебя не захватя. Комон, сова. Комзи, гомзи, гомзи, гомза. Будя и хватя, меня не захватя. Вот. А это я поставлю в холодильник. И буду попивать еще завтра. Достаточно поставить вот сюда куда-нибудь. И нормалек. И нормалек. Кстати, я еще сделаю себе из проросшей пшеницы. Это будет то, что надо. Come on, sofa. Komzi, 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 komza. Lache brub, jari bijan, chari abi, bi, 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 bam. Я бывало ча да по литру выпивал, наверное, сока. Но тогда он начинает действовать как слабительное средство. Поэтому вот прекрасная подготовка на осенне-зимний период. Сачки. Ах, здоровье. Витамины. Минералы. И вот, несмотря на то, что я не считаю себя там сыроедом, вегетарианцем, веганцем и еще каким-нибудь там ангцем, как видите, сок, свежайший сок. Далее, интересует, куда я это все деваю. Пойдемте, видите? Я иду, вот он садик, огородик. Только жене ничего не говорите. Она меня за это гоняет. Я прихожу вот так вот и удобряю. Так, куда? Ну, вон туда. Опа! О, удобрение мое. Опять-таки, только жене не говорите. Вот. Видите, как тут цветы растут после моих удобрений. Вытираем ноги. Еще тут немножко. Чистенько, чистенько. А вот здесь у нас живет богомол. И он иногда на нас нападает. Тарабарам, тарибидом.
невероятно простое и невероятно полезное. Всегда вот так вот перемешивайте проросшую пшеницу, чтобы она прорастала равномерно и там не слипалась. Раз. Два. Все. Холодильник. То есть вот так вот и храним в холодильнике. Я не знаю, она уже дней 5, наверное, хранится. Я ее использую. И она в прекрасном состоянии. Проростки на одном из лучших уровней. Видите, как раз вот немножечко они тут проклюнулись. Это то, что надо. Зерно стало мягеньким. Далее. Я даже меда не добавляю. Потому что тут в этой активе что там у нас есть? Это слива. И этого вполне хватит. Come on, Zova. Гумзи, гумзи, гумзу, гумза. Таран. Ну, по-моему, сюда надо еще немножко добавить. Все. Благородный бой часов. Одиннадцать. Своим боем они облагораживают пространство, изгоняют разного рода скверну. А мы продолжим наш завтрак. Значит, я сюда добавил кисломолочного. Закрываем. Еще разок, чтобы помол был маленький. Та-ра-ра-пара-варам. Рап-чуп-джи-джом. Та-ра-ра-па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 ра. Вот это вот мой завтрак, не считая сока. Можно было и соком наесться, и я наелся, но великолепный коктейль, великолепный. Добавляйте все, что угодно, вкусы, палитра вкусов. Раньше хлеб делался из зерна, зерно мололось и выпекался хлеб. Там было все, и оболочка, и зародыш, все, короче, зерно просто-напросто измельчалось. Сейчас же хлеб, вы видите какой, беленький, здесь нету ни оболочки. Нету ни зародыша. И в итоге получается, если раньше один только хлеб был полноценный продукт, на котором можно было жить и жить нормально, то современный хлеб, тем более там с дрожжами и с прочими добавками, стал продуктом, которому еще что-то надо. То есть на нем полноценно не проживешь. Минералов нет, которые в оболочке. Витаминов, которые
зародыша нет. И в итоге к нему добавляют там зелень, еще что-то. Плюс дрожжи, которые там у нас бродят. И в итоге хлеб из полноценного продукта превратился, так если мягко сказать, весьма посредственный продукт. И вот я как раз употребляю из проросшего зерна. Это в 10 раз лучше. Поэтому я для вас специально показываю утро 1 сентября. Как я его провел. Come on, сова! Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!